Идем. А зачем ты идешь туда? За киндером. За киндером? А еще зачем? Не знаю. А что у тебя в руках? Собачка. Ну проходи. Ага, да. Ну, а видишь, как я хочу лазить? Лиза, ты придумала способ, как вылезти из корзины. Какие снеговички красивые. Ты видела, какие олени и снеговички? Сейчас в метро очень много новогодних товаров. Какая же красная елка из мартини. В общем, все готовится к Новому году. Ой, какой Дед Мороз, покажи. Какой красивый, его можно под елочку поставить и ждать, когда он нам принесет подарки. А это кто? Слоненок. Да олень, а не слоненок, ты что? Только сдали. А елок сколько разных искусственных. Да. Лопушек. В общем, мама, а идем, мама, до Нового года больше месяца, а уже все есть. А что это такое? А, это снег искусственный. Да, искусственный. Так вот, тут можно налить, и мне будет такое ощущение, как будто снег напшикать. Мама, а хочешь, мама? Такой красивый снеговик. Мама! Хочешь? Снеговик. Да, пингвин, господи. Мама! Ой, море подарков детских. Ой, какая елка. Идем елку посмотрим вблизи. Идем. Идем смотреть елку с Лизой. Лиза, веди меня к елке, веди. Веду. Давай, смотрим, что там возле елки. Под елкой. Какие игрушки под елкой? Какая высокая красавица. Какой носок. Так, это носок, чтобы подарки туда. Да. Игрушка. Ну ты не аккуратно, там ничего не рушь. Это какие можно подарочки сейчас купить? Там конфеты внутри. Разные. Носочки. А ну покажи. Какая прелесть. На елочку можно повесить. О, и можно надеть. Ой, какая мышка. Мышка. Очень красивая мышка, мышка новогодняя. Ролик такой, мама. А идем игрушки посмотрим. Ну, давай. Мои игрушки смотреть идем. Папа вот нам будет показывать. Где у нас игрушки? Веди нас, папа. Смотри, какие здоровые, боже. Хочу кресло себе. А, ну какое-то совсем маленькое, мне кажется. Но я хочу, мама. Ой, а это что такое? Овечка. Единорога. Странная морда овечки, но при этом с рогом на голове. Да. Мама, ну купи мне вот такую мышку. А что это за мышка? Что с ней делать, Лиза? Идем туда. Идем интересные игрушки посмотрим. Смотри, какой слон. Да, я хочу его купить, да. Идем сначала посмотрим всякие куколки. Всякие украшения на стекла. Дождик. Хотя, мне кажется, это уже не очень актуально. Но все равно дождик всегда есть. Идем. Смотри, какие светящиеся олени. Да. Мама, видишь? Что там? А, это гирлянда. Она мигает. Вот смотри, вот как здесь мигает. Видишь вазочку да. Гирлянды? Thank you.
Вот так вот Лиза не успела доехать до кассы, уже доедает круассаны. Что у тебя тут за фишка внутри? Подарок? Угу. Что нарисовано на ней? Покажи. Сейчас. Вот такая целая телега продуктов. И Лиза между ними. Лиза, мы что, выбираем колбасу? Да. Ну, покажи. Что за баба-яга? Как это? Понимаете, ребята? Лиза, ну покажи, какой тебе сюрприз попался в яйце. Сейчас, не надо. Ловик только. Два, три, четыре, пять, шесть. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Вот такая машинка с колёсами. Покажи. Вот. Вот такая. Моделька попалась в розовом яйце. Ты думала, что там что-то девичье, а там машинка, да? Угу. Тебе нравится такой сюрприз? Да. А собачка твоя тоже сидит рядом. Да, собачка рядом. Папа, видишь, что мне попалось? Что? Вот. Ух ты, ничего себе. Это же какая-то скорая помощь, что ли? Да. Такая моделька хорошая попала. Ну ладно, едем домой, ребят. Да! Лиза приехала на паркинг. Сейчас вот мы идем уже домой, оставили машину. Ну что, все, идем? Ну давай. Привет, ребята! Я сегодня буду распаковать. Что? Продукты. Распаковывать продукты? Ну давай, помогай маме уже скорее. На стол кладем. Что это? Молоко. Так, молоко, давай. Хлопья. Не кидай макароны это. Яшка. Не кидай, осторожно. На стол. Курочку на стол клади, Лиза. Что у нас? Грибная паста. Молоко. Сметана, а не молоко. Молоко. На, фета. Фета. На. Еще сметана. Молоко. Сметана. Молоко. На. Паста. Шоколадная. Мама. На стол, на стол. Масляное. Что это? Масло малиное. Салфетки. Дальше. Это мясо. Что там нужно? Чье мясо? Давай посмотрим. Чье? Это тушки перепелочек. Перепелки такие. Да, перепелочки. Это буду тебе в супчик добавлять перепелочку. Давай еще что-то. Сахар. Осторожно. Аккуратно его положи, не кидай. Так. Хлеб сюда, давай, на посудомоечную машину. Да, тостовый хлеб. На завтрак. И залезет тосты. Это что у нас? Мыло. Мыло. Johnson's Baby мыло. Молоко. Осторожно, осторожно все клади, да. Дальше что мы еще покупали? Муку. Что же это такое? Муку? Так, это у нас кукурузная мука. А на сырнике. Это шампанское. Шампанское. Нет, Лиза, это масло оливковое. Что у нас еще? Есть. Масло. Масло.
сливочная. Сливочная? Гель для умывания. И? А это то, что Лиза съела круассаны. Мами. Шампунь. Шампунчик. Папа. Рис. Видишь? Что это? Томолок. Да. Капусточки. Морская капусточка. Да, морская. Такую капусточку мы берем, очень вкусно. Шампеншки. Дезодорант, Дося. Да ладно. А ты сыр забыла. Сыр. Сыр. Аккуратно, не порви его. Так вот чуть-чуть купили продуктов. Шел надо мне. Чайная. Ты сама, смотрю, умеешь. Вот так сама раскачивается, Лизочка. Ты так высоко качаешься. Тебе не страшно? Нет, не страшно. Лизочка, ты кто? Свинка. Свинка Пеппа? Да. Красивая свинка Пеппа. Оно и видно, хомячишь, как свинка. Я ем блинчик. Какой блинчик ешь? Вот такой. Ты его уже съела? Угу. Расскажи, кто делал блинчики? Мама. А ты? Я. Лиза помогала делать тесто для блинчиков. Вот наши блинчики жарятся очень быстро. Блинчики с какой у нас муки? Не знаю. Кукурузной, овсяной и пшеничной. Какие? Дай мне еще блинчик. Здесь. Эй, воду не трогай. Подвинь. И сюда поставь, и я буду кушать. Ты что, так любишь блинчики? Да. Пока! Всем пока-пока!